Всем привет, дорогие друзья, с вами Алина, и мы будем играть в Лисенка. Лисенок Тим. Путешествие. Да, это прекрасно, я буду играть в лисичку. Мне всегда нравились лисички. Ой. Мультик! Тиму пришла идея пойти в поход. Почему такой короткий мультик? Я ожидала чего-то большего. Ладно. Вазу? Что мне нужно? А, как это? Я сдвинула ковер. Там есть шишечка. Вы знали? Ой. Ой. Стоп, фонарик-то еще может пригодиться. Давайте фонарик надо положить. Нет, надо грабли. Да. Лопата. Другая лопата нужна? У тебя, у Тима две лопаты? Тим, зачем тебе столько лопат? О, грабелька. И нужна лопата. Молоток, я где-то увидела. Все равно не понимаю, зачем Тиму столько всего. Что у нас дальше? Лупа и компас. Компасы, да? Все упало. Это можно открыть, да? Ой, галоши. Фонарик. Стоп, у меня уже был где-то тут фонарик. Ой, лупа нашла. Ладно, дальше компас ищем. Кафу может. А, тут ручку надо найти. Ладно, найдем ручку. Откроем. Компас! Да! Давай, Тим, радуйся. Я тебе собрала все. 6 звезд из 12. Что? 6 из 12? Что это? Дом лисенка Тима. Ура! Друзья муравьишки? Новый уровень, да, это будет не другой. Мультик! Он такой, ой, это наша ягода, не наступи на нее. Ты, Тим, ты плохой, не наступи на ягоды. 7 минус 1. 6. Примеры первого класса. 8 минус 2. Это 6. Будет ужасно позорно, если я ошибусь. Ну и да, еще я. Тык. 89. Ну, такая рука прям как... Шарик, котик. Куда идем? Там камень, так что мы идем вперед. 3 плюс 3, 6. Это плюс звездочка в мой рюкзак. Угу. Да, мне очень понравилось, что я иду по нижнему пути. Вон, 4 плюс 3, это 7. Не 1, не 5, 7. Муравейник! Ура! Да! Отлично! 5 из 7 звездочек! Да! Угу. Друзья муравьишки, еще? Что, зачем? Я видела этот мультик. Ой, они теперь какой-то кекс несут. А тут потруднее. Ладно. 13. Плюс 5. Это 18, да? 18. Какой путь короче? Блин. Это у нас следит с двух сторон. Ладно, нет. Мне кажется, сверху надо пройти. 19. 1 плюс 18. То же самое, что 18 плюс 1. Так, тихо. Никому не говорите. Дальше. 2. Ну, не можешь 16 минус 14 выйти 16. Это ужасно будет. Ой, ведро какое-то. Куча. 16 опять, да? 14 плюс 2. Я же верно говорю, да? Блин. Кому-то не повезло, там кто мог выбрать нижний путь. 5 минус 3. Это 2. Не 1 и не 1. Да! Ладно. Блин, как много камней, как много решений всяких. 17. То, что 10.
плюс. Сколько-то там не выйдет 4. Я уже просто много отмогла нажимать. Ладно, 10 минус 3. 7. Это потому что не плюс. Давайте. Скорее дай. Муравейник. А, наконец. Муравейник. Да. 7 из 8. Ладно. Все, Тим, мы не идем опять к муравьям. Нет, нет, нет. Тим, мы идем сюда. Дальше наше путешествие идет туда. Солнечная полянка, да. А, муравьишки сказали, что... Ой, как тут разобраться? Блин, это лабиринт. Сломай все камни. Вон, звездочка. Что улитка? Ну почему ты такая улитка? Она еще и застыла. Ну все, иди. Иди, 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 давай. Давай, сломай все камни, Тим. Давай, все. Все, иди, иди, не волнуйся, я тебя не побью. Иди, улиточка, не волнуйся, у тебя такой счастливый взгляд. И редко моргающие глаза. Ну, возьмем звездочку. Все, иди, улитка, давай, я жду. Блин, улитка нет. Улитка, ну, ты преграждаешь мне путь. Ладно, ладно, главное успеть, главное успеть. Это вот на самом деле очень трудная игра. Серьезно, она трудная. Я выбралась. Да, я выбралась, да? Да, да я выбралась. Что дальше? Ой, а флажки откуда появились? Ладно, идем к следующему уровню. Бегом по тропинке. Это, типа мы сейчас по поляне прошли. О, звездочка, надо идти за ней. Вот почему мы пошли по ходу, да? Ради звездочки. А потом эта звездочка кажется ничем иным, как банка. О! Ладно, возьмем лопату. Зеленый, синий, зеленый, вот. Надо подбирать предмет и цвет. Это очень трудное занятие. Вот. Да. Зачем бежать? Лопата. Оп. Да, я справляюсь. Еще не добежать до опасности, а я уже справляюсь. Молоток желтый. Да, у меня получается. А почему так важен свет? Ну ладно. Лопата. Нет, ну там грабли. Синий. Синий! Блин, чуть что-то плохое не случилось. Молоток. Да. Еще куда звездочку поймала. Да, это прекрасно. Давай, давай, Тим, я в тебя верю. Тим, давай, Тим, беги. Вот теперь побежал. Да, 13-13. Да, великолепно, да я просто бог в этой игре. 13-13 получать. Ладно. Интересно, что будет дальше. Надо будет поиграть, но уже в следующем видео. А пока что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, понравилась ли вам игра. И как вам лисенок Тим. Ну,